Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами рубрика «Афиша». Представляем вашему вниманию новости культурной жизни курортного района на предстоящую неделю. Отдыхаем интересно и будь всегда в курсе событий. Кинотеатр «Курорты» на площади Свободы, дом 1, покажет для вас новинку проката – приключенческий боевик «Рэмпейдж», который основан на серии игр с одноименным названием компании «Midway Games». Категория фильма 16+, и приятного просмотра! Дорогие мамочки курортного района в возрасте от 21 до 45 лет, конкурс «Миссис Курортный район» дает вам еще один шанс для тех, кто не пришел 12 апреля. 17 апреля в 17 часов по тому же адресу, город Сестрорецк, улица Максима Горького, дом 2, кафе «Авинариус» при санатории «Сестрорецкий курорт» объявляется дополнительный кастинг. Участницам с собой необходимо принести уже заполненную анкету, две фотографии, одну в портрет, другую в полный рост и хорошее настроение. Форма одежды – темное облегающее платье и туфли на каблуке. Вас ждут, поэтому не упустите свой шанс. Дополнительную информацию вы можете получить в группу ВКонтакте «Миссис Курортный район» и «Залив ТВ». Удачи! И 22 апреля в библиотеке имени Михаила Зощенко по адресу улица Токарева, дом 7, состоится показ лучших работ 10-го Всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов «Арт-кино». Это один из самых глобальных фестивалей страны с миссией возрождения российского авторского фильма. В библиотеке будут представлены 16 разноплановых работ, которые уже собраны в три тематические группы – вечер, утро и день. Обращаю внимание, что 19 апреля показ состоится в 18 часов, 22 в 11 и 13 часов. Поэтому приходите, вход свободный, категория 16+, смотрите и голосуйте за лучшие работы. В течение недели продолжает свою работу 14-й районный пасхальный фестиваль. И самое интересное – это закрытие, а именно торжественная церемония, которая состоится 20 апреля в 18 часов в кинотеатре «Курортный» на площади Свободы, дом 1. Приходите, категория 0+, вход свободный. На квест «Космическая Одиссея» в рамках мероприятия «Библионочь» приглашает библиотека имени Михаила Зощенко по адресу улица Токарева, дом 7. Мероприятие состоится с 18 до 22 часов. Вас ждут увлекательные приключения, настоящий скафандр в фотозоне, проекция звездного неба, виртуальная реальность, космическая стыковка и многое другое. Возраст участников квеста от 12 лет, состав групп от 4 до 6 человек, но необходимо заранее записаться по телефону 434-65-41. Поэтому берите с собой друзей, родителей и вперед. А у нас все. С вами была рубрика «Афиша», я ее ведущая Ольга Леницкая. До встречи через неделю. Пока-пока.